серия нового сезона фестиваля «Студенческая весна 2016». Продолжение следует. Thank you.
Эй, брат Дайвид!
игре Каримский болеет, отвечает в борьбе эмоции. Я получаю, ведь спорт укрепляет и душу, и тело. А почему вы раньше боролись голыми? Не твое дело! Девочки, я знаю, что нам нужно сделать, чтобы точно стать известными. Давайте инструментал! Арфу кто-нибудь взял? Я взяла!
Черномор. С ними дядька Черномор. Мы богатыри! Мы сила! Братцы, давай боевой клич! Богатырь — это я! Богатырь — это мы! Богатырь! Это магазин одежды больших размеров на Ленина 53. Ну что, братцы? Обсохли? Ну все, пойдемте назад в море. Как в море? Мы же богатыри! Мы подвиг хотим! Ах, вы подвига захотели. Ну, вон створочки видите? Давайте задвиньте их. Ну и какой это подвиг? Как это какой? Вы только что для меня 500 рублей заработали. А как же сражение? Мы же все-таки богатыри! Так, я не понял, ты чего сказку не читал? Там ничего про сражение не написано. Там написано, что мы выходим из моря, заходим обратно. Нас это не устраивает. Да чего вас все вечно не устраивает, да? Да я же вам вообще жизнь спас! Как сейчас помню. Ночь, моросит дождь. Звонок в дверь. Открываю. А там 33 корзинки. Да я же вас одна достал. Вот именно что достал. Мало того, что мы второстепенные герои, так ты нас всех еще по алфавиту назвал. Знаете, как мы знакомимся? Очень приятно. П-О. П. Хватит, а? Короче говоря, давайте с кем-нибудь один на один буду разговаривать. Кто у вас тут главный? Ну ты. Да. Так, стоп. Мне нужно выговориться. Вот мне надоело на чужого дядю работать. Алеша Попович ушел и в жизни чего добился. Ну вы, ребятки, конечно, молодцы, а? Толпой на одного накинулись. Так вообще любой может. Ну-ка. У меня к тебе вообще 1000 претензий. Так не боясничай. Братцы, братцы, да вы чего? Вы вот хотя бы вспомните, как мы с вами выходили из Красного озера. Ага, светили все потом. Да и вообще, выходим в сказку, без тебя. Знаете, вы и со мной в сказке не особо фигурируете. И вообще, вот на сушу вышли, прям вижу, у вас языки развязались. А как в море, вот будто воды в рот набрали. В общем, мы так решили. То, что ты главный персонаж, это ничего не значит. Мы без тебя справимся. Это не вы без меня! Это я без вас справлюсь! Yeah.
взгляд, и он не чахает, а шашерет.
Буратино!
Ну что, Шерлок? Сначала делаю проход в ноги. А, сейчас. Чубака дело говорит! Бей их! Прекратите! Это же Конан Дойл! Создатель! Для чего я создавал вас? Для чего я писал эту книгу? Ведь по ней снято столько прекрасных фильмов. Ну, ваш отечественный, без сомнения, самый лучший. Поймите, что спорить, кто главный, а кто второстепенный персонаж, можно бесконечно. Но нужно не спорить, а делать. Ведь не важно быть главным. Главное – быть важным. Ну что ж, а теперь настало время узнать, кто же стал главным героем нового сезона. И для награждения званиями народных артистов Кемеровского государственного университета на сцену приглашается начальник юридического отдела, народный артист КМГУ Александр Владимирович Непомнящий. Добрый вечер, уважаемый университет. Всем привет. Спасибо замечательным нашим студентам за такой замечательный концерт. Не буду долго откладывать, тянуть в долгий ящик. Сам знаешь, такое объявление народного артиста, какой-то волнительный момент. Поэтому ребят сказали, что не важно быть главным. Главное быть народным артистом, я считаю. Поэтому сейчас мы узнаем, кто им стал. Итак, народный артист Кемеровского государственного университета по версии 2016 года Виталий Примороза. Народный артист Кемеровского, народная артистка Кемеровского государственного университета, обладательница замечательного женского бокала, Александра Романова! Спасибо, Александр Владимирович! Наградим еще раз бурными аплодисментами обладателей. За второе и третье место в номинации «Концертная программа» на сцену приглашается исполняющий обязанности первого проректора Кемеровского государственного университета Юрий Николаевич Журавлев. Вот прошли дни и ночи подготовок, репетиций, счастливые вечера выступлений, где каждый из вас получил свою минуту славы. Дорогие зрители, я надеюсь, вы получили часы удовольствия, наблюдая за всем этим. В общем, все получили, кроме жюри. Потому что жюри потратило. Жюри потратило свои миллионы нервных клеток, рассуждая и споря о том, кто же будет победить. Сегодня и в этот момент праздник жюри. Мы объявляем победителя. Завтра, напомню, 1 апреля. Уважаемые зрители, диплом за третье место в студенческой весне 2016 года, новый сезон, вручается юридическому... За второе место в студенческой весне 2016 года новый сезон диплом вручается экономическому...
экономика. А вот что следует за экономикой, сейчас мы узнаем. Аплодисменты Юрию Николаевичу. И, наконец, для вручения диплома победителя студенческой весны 2016 в КМГУ на сцену приглашается исполняющий обязанности ректора Кемеровского государственного университета Александр Юрьевич Просека. Добрый вечер. Можно я, центр? Дорогие друзья, вообще, если честно, мне половина концерта было не видно из-за бородатого мужика, который передо мной сидел. Мы завтра с ним разберемся, Александр Владимирович, это я про вас говорю. Значит, первую, самую нелепую шутку, которую я услышал 2 месяца назад, когда я пришел в университет, значит, я услышал о том, что пришел новый ректор и отменит студвесну. То есть это была самая большая глупость вот за два месяца, в которой я здесь нахожусь. Весна была, есть и будет. Я всех с весной поздравляю. Второе, о чем я хотел бы сказать, ну, к залу необходимо отнестись более внимательно. Кресло неудобное, сцена тоже кривоватая. Я думаю, что мы приведем 1 сентября все в порядок. Третье. Меня пригласили назвать факультет победитель, но я вначале хотел бы пригласить сюда шеренгу тех, кто мне понравился сегодня на концерте. У меня есть список, я смотрел в социальных сетях, я общался с ребятами, с жюри, ну вот у меня свое какое-то мнение особое, сейчас мы их позовем, потом скажу, что с ними будем делать. Александра Романова. Примоносов Виталий. Шевалев Илья. Фадеева Софья. Бирск Клара. Большанина Анастасия. Дорогие друзья, 4 мая вы отъезжаете, у вас срочный переезд, вы до 11 числа улетаете в Крым, у вас небольшие каникулы. Слова с делом не расходятся, студенты на весне всегда будут поддержаны, поэтому я думаю, что все у нас вместе впереди. Ну и последнее действо. Вы знаете, объективно жюри решало, но мое мнение с мнением жюри совпало. Они вне конкуренции. Да я знаю правильный ответ. Факультет физической культуры. Студенческой весны в Кемеровском государственном университете.